Всем привет! Продолжаем знакомиться с мифами, легендами, какими-то историями. Вальтасар. Кто же такой Вальтасар? Во внебиблейских источниках Вальтасар, Бальтазар, Вальтасар, Белшар-Уцур, по книге Даниила Рамейский Белшацар, Бел, царя-храни. Вавилонский царевич, старший сын и соправитель последнего царя Вавилонии Набонида. Управлял страной и частью армии во время пребывания своего отца в Аравийской Теме. Это древнее поселение на северо-западе Аравийского полуострова. Вальтасар был сыном Набонида, последнего вавилонского царя, который часто оставлял его управлять империей, занимаясь розыском древности и преследуя религиозные интересы. Процарствовал 3 года, Набонид отправился в оазис Тейма и посвятил себя служению богу Луны. Он сделал Вальтасара соправителем в 553 году до нашей эры, наделив его полномочиями по защите Вавилона. Согласно библейской книге Даниила, Вальтасар был последним халдейским правителем Вавилона. Навуходоносор назван отцом Вальтасара. Согласно Талмуду, Вальтасар правил после Амель-Мардука. Согласно Библии, ночь взятия Вавилона персами, на устроенном Вальтасаром последнем пиру, он святотатственно использовал для еды и напитков священные сосуды, вывезенные отцом из Иерусалимского храма. В разгар веселья появилась рука ангела Гавриила, который начертал на стене слова «Мене-мене текел упарсин». Пророк Даниил истолковал надпись в переводе с арамейского, означающего «исчислено, исчислено, взвешено, разделено», и расшифровал их как послание Бога Вальтасару, предсказав скорую гибель ему и его царству. В ту же ночь Вальтасар погиб. Книга Даниила никак не объясняет тот факт, что Вавилон, обладавший мощными укреплениями, был взят за одну ночь, и что Вальтасар, пировавший вместе с гостями, ничего не знал об опасности, нависшей над его царством и жизнью. Пир Вальтасара – распространенный сюжет изобразительного искусства, литературы, музыки, рассматривается как пир накануне смерти. И царь схватил святой сосуд, вина, вино до края льют, его до дна он осушил и с пеной у рта возгласил: «Во прах, Иго, твой алтарь, я в Вавилоне бог и царь!» Лишь с уст сорвался дерзкий крик, вдруг трепет в грудь царя проник. Кругом угас немолчный смех, и страх и холод обнял всех. В глуби чертога на стене рука явилась вся в огне, и пишет, пишет под перстом, слова текут живым огнем. Генрих Гёне, Вальтасар, перевод Михайлова. Ну вот так вот вкратце из Википедии о Вальтасаре. Картина «Пир Вальтасара». Пока-пока, до свидания. Узнали что-то новое, кто не знал.